Гей, всем привет, дорогие друзья, с вами Нима, скромник Аркарыч. Как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 1, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Сегодня у нас очень крутая серия, я буду аниматроником, а пацаны будут выживать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а пацаны будут использовать имбовое крутое оружие. Стреляйте разочек в меня, чтобы увидели, как оно мочит. Просто с одного раза, ваншот. Аннигиляция. Ван смерть. Аннигиляция выполнена успешно. Ой. Сорян. Я видимый пошел. Вот это самоубийство. А меня что вы закрыли? Спасибо. Это обстоятельство. Бывает такое. Да вообще. А тебя видно. Ничего не видно. Как ты меня видел? Как ты меня видел? Через камеру. Чекайте камеру. Так, будем внимательно смотреть. Сейчас мы тебя убьем. Меченосец. Пошло дело, пошло. Ого, так рядом, короче, стрелял и не попал. Ну ты просто какой-то... Ай! Вот повезло. Попался два раза. Красава. На шару. На шару выстрелил. На дурачка, а не на шару. На дурачка в дурачка. Да. Так, давайте хорошо сделаем по-другому. Надо нам брать... какого-то челика, который может ползать. А, так я же видимый. Надо который невидимый по любасу брать. О! Очень много жизней. Ой, могу сидеть, кажется, на жопе. А толку, что у меня много жизней? Вы все равно убьете с одного раза. Ай-яй-яй. Ах ты, как ты дверь успел закрыть? Ах ты молодец. Ха. Так, отойдите. Начинается операция аннигиляции. Да дайте зайти! Вы постоянно дверь закрываете! Не. Сдрогните мне это оружие. Так, смотрим, смотрим. Дайте вас кину. Красава. Красавчики, друг друга мочите. Нет, мы друг друга не мочим, мы просто... Все, я делаю, отхожу. Ухожу далеко я. Ой, молодцы! Случайно. Мне нравится, классно, миссия выполнена успешно в мой адрес. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят у нас каждый день. Димас. Дайте вам еще одну. А подождите, криво положила. Вот это вам классно, я подсунул вам бомбочку, которую вы сами взорвали. Давайте вот эту положим здесь вот. Во. Так, надеюсь, вы не попадете. Погоди, Димас, погоди. Так, ну что? Первый раунд я проиграл, второй выиграл я. Третий посмотрим, за кем он будет. Напишите, ребята, в комментах, затащу я сейчас или нет. Так, этот аниматроник... Так, нет, ты не в комментариях. Я знал, что в комментариях напишешь. Конечно, нет. Так, подождите, этот невидимый не становится. Вы не обессудьте, но мы от вас дверь закрыли, вы там сами уже... Что за звук? А зачем вы все двери закрыли? Двери откройте. Тут кто-то бегает. Димас невидимый. Не нравится мне. Открой! Отлично. Нет, там... Я отхожу, пацаны. Ах, ты ж лоб. Разбавите мне это оружие. А ты что, меня видишь, что ли? Эй! Как чё? Что? Димас, как ты нас всех убил? А я Слендер. В смысле, где? Ух! Я постоянно забываю то, что у вас оружие очень читерское. А не забывай. А я забываю. О, подожди, я могу на крачках лазить? О! Ребята, все. Теперь раунд за мной. Отходи. Разочек я слился, но это ничего страшного. Разочек. А чё, тут застрял, что ли? Ой, ай, ай, попали! Да куда? Ого, там... Там же бомба, пацаны, что ж вы делаете? Чё? Открывай! Я пришел тебе покушать принёс. Ты за мужик? Кто мужика заспавнил?
где ты, Димас? Вы меня слышите? Слышите меня? Да, ты где-то рядом. Люди, дайте мне это оружие. И меня он долго спонит. Так, а где же бомба? Стрелечок, дай оружие. Дай мне. Ты Энерда взял? Вижу бомба. Где она? Где Дим? Эти подкашки. Там бомба, а она не взорвалась? Вот блин. Нет, она вообще под телевизором. Да я вижу ее. Красава! Еще разок и раунд затащил. Ребята, классно играть, когда ничего не делаешь и выигрываешь. Бомба в текстуре. Ну нормально, мне нравится. На еще раз тебе. На, попей. Ох нет, Димас. Да пусть будет такая. Да пусть будет, тут столы попереворачивало немножечко. Ну ничего, мы ремонт сделаем, все восстановим. Не надо! Все, пацаны, я иду к вам. Зачем? Убивать вас. Нет, не надо. Чуть бомбу не сорвали. Ой-ой-ой. Мне нравится этот режим, классный. То вы ее прятали, а теперь вы ее защитить не можете. Хорошо, давайте не бомбу, давайте NPC вам поставлю. Все-таки бомба жестко. Так, его, о, давайте вы будете этого охранять. Мужика? Бенди, нет, Бенди бешеный. Вот, доброго Бенди. Все, посмотрим. Бенди не взрывается вроде бы. Я думаю, пацаны, у вас получится. Пожелайте удачи друг другу, а мы начинаем выживать. Ючок. Так, не мешайте, ребятушки. Я уже сзади сейчас подойду. Я еще так ни разу не играл. Почему я раньше за чайку не играл? Я не знаю. Так, Инли Панда, не обессудь. Тут ты один. И ты чё? Не гони. Ух ты. Обычно бомба, которая из этого. Из оружия. О, так я в зомби превратился. Побежали мочить. Давай. Где у нас камера? Отлично, я выиграл. Мочу следующего. Ай-яй-яй. Я буду над пацанами сейчас издеваться по максимуму. А, Димас, у тебя тут еще есть левый проход. Да? Да. Все, я пошел к вам потихоньку, иду. Иду, 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 иду. Приближайся. Во, вижу, вижу, кто-то комнату защищает. Ого, вы мочите меня. Ого. Что я? Нифига себе. Ой-ой-ой. А, из текстурок. Сейчас бомба туда залетит и взорвется все. Так, потихонечку идем, идем, идем. Так, в комнате с бомбами, наверное, никого нету, да? Нет. Никого. О, нет, нету. Надо хранить точно. Так, скромник, стреляй по всему, кроме бомб. Так, я вижу, я вижу. Там кто-то бегает уже. Отлично. Блин, успел сожрать? Нет, не успел. А, я тебя съел. Погнали дальше. Это не все. О, будут столы перевернуты. О, бомбу кто-то нажал. Мы сразу где-то. И теперь Дима. Дима. Вот он! Нет, только не бомба! Есть! Отлично! А что одна взорвалась? Должна была и вторая. Взрывай вторую. А что только одна, реально? Подожди, сейчас взорвем. Ладно. Я переживу. Первый раз только вижу, что две бомбы рядом лежит, а взорвалась только одна. Бак выдержал. Бум. Нет. Взорвал.
Дорогие друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!